Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 9, упражнение номер 5. Прочитайте начало стихотворений. Попытайтесь продолжить одно-два из них. Подберите слова так, чтобы выразить свою мысль и соблюсти ритм и рифму. Дождик вылился из тучки. Вымыл дождик ёлкам ручки. Здесь хорошее местечко. Рядом поле, лес и речка. Чики-чики-чикалочки, едет гусь на палочке. А за ним гусята, бойкие ребята. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.